Родители 5-й школы Абакана обратились с вопросом, почему сегодня отменили уроки у детей и когда они будут возобновлены. Руководство школы подтвердило, что действительно в четверг занятия пришлось отменить. В учреждении произошла внутренняя авария отопительной системы. Температурный режим не позволил проводить уроки. Авария устраняется. В школе ведутся контрольные замеры температуры. Если к вечеру она будет соответствовать нормативу, в пятницу дети пойдут учиться.